Февраль – самое идеальное время для пересадки комнатных цветов. Мы вот приехали как Чип и Дейл, сейчас будем пересаживать комнатные цветы. Привезли грунт и много горшков. 9 растений будем пересаживать. Обязательно подпишитесь на наш канал «Современное земледелие». У вас после этого видео появится желание пересаживать или посадить какие-нибудь растения. Вот наши растишки. Будем пересаживать в горшки. Все горшки двойные, без поддонов. Современный пластик, который выглядит как керамика. Вот такие. Будем использовать грунт. Северо-западная торфяная компания. Мало кто знает эту фирму, но очень качественный грунт. В разы дешевле, чем Terravita. По качеству шикарное. Так, Фердовна, какие цветы будем пересаживать? Так, у нас к пересадке идет кротон, кодиум. Вот сразу по листьям видно, что не хватает микро-макроэлементов. Нужно обязательно после пересадки через 2 недели начинать подкармливать. Так, что у нас еще? Две драцены здесь. Фикус, красула, здесь вот сзади большая красула, денежное дерево. Здесь у нас замиокулькас, который не посажен в неправильный горшок. Видите, слишком широкий горшок, он пожелтел, его залили, вот даже чувствуется, что здесь вот болото, да, хлюпает все. Так, будем пересаживать 2 декабриста. Слишком большой горшок для этого декабриста. Так, денежное дерево там, да. Такой пушистый. Залитые цветы. Очень все мокро. А там отверстие есть, посмотри, дренаж. Отверстия очень маленькие, смотрите. Дренаж, в принципе, есть. Но здесь, смотрите, вот болото. Конечно же, им будет плохо. Корни гниют, да. Вот черные корни. Здесь вода не уходит, вот маленькие отверстия. Все забито. И в новых горшках, смотрите. Пахнет таким, с такой сыростью, плесенью какой-то. Так-то он новые листочки уже начал давать. Ну вот это все равно убирать корни надо. Луковицы там гниют. Да. Вот, он сидит в болоте. Замиокулькас – растение, которое относится к суккулентам, то есть к кактусовидным. Поэтому его заливать вообще нельзя. Корни гниют, поэтому он весь желтеет. Вот, смотрите, вот это гниль. Бедненький, он еще свежую листву не спускает. Здесь у нас гости. Гости, да. Это червь. Дождевой червь. Который жрет у нас корни. И их тут много. Как он сюда? И чернозем нельзя использовать при замике. Максимальный грунт должен быть с песком, с дренажом. Обязательно уголь надо добавить. Анториум. Такая же история. Он залитый. Прям мокрый весь.
сидит в болоте. Его еще в стаканчик надо. Да, самый маленький горшок нужно посадить его. Корни хорошие, он пойдет. Тут. Хочу показать вам проблему с фикусом. Во-первых, посмотрите, очень-очень маленькие отверстия, они забились черноземом. Походу здесь, ну здесь правда чернозем, видите? И корни не могут здесь никак развиваться. Сейчас я буду освобождать корни. И тут очень мало было дренажа, дренаж мелкий. Для таких цветов нужен крупный, очень крупный дренаж. Сейчас буду освобождать корни. Так, в цветы будем обязательно добавлять вот такой черный доктор. Это уголь активированный от гнили. И обязательно будем добавлять кормилицу микориза. Это как корнеобразователь будет работать. Тоже гранулированный, очень удобно использовать. А кварцевый песок будем добавлять в субстрат с грунтом земля матушка кактус алоэ для долларового дерева и декабриста. Так, земляокулькус будем сажать такой горшок. Субстрат будем делать из грунта, кварцевый песок. Сейчас все перемешаю. Кормилицу микоризу обязательно добавим. И 33 богатыря, потому что там корни гниют. Черный доктор также поможет. И дренаж будем использовать крупный. Сейчас буду все перемешивать. Рядом. И этот углем посыпь.
хотим вот это все лишнее убрать, вот это все посадить в другой горшок, вот смотрите, чтобы оставить вот такой красивый ствол. А то вот эта вся мелочь, она мешает. Денежное дерево, также не надо его заливать, как в данном случае, смотрите, прям болото. Сейчас будем освобождать корни. Вот такое болото в цветах. Прям мокро-мокро. Они должны расти как кактусы. Остаться в живых здесь. Так, достали драцену выше 2 метров. Хорошая такая корневая система. Не залитый, нормальный. Отлично. Ну, дренажа не было. Корни, смотрите, хорошие. Для большой 2-метровой драцены у нас горшок оказался маленький. Пришлось ехать в магазин и менять. Скоро мы покажем итог нашей работы. Кто не подписан на наш канал, обязательно нажмите подписаться и на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Такая 2-метровая драцена. Кашпо 40 литров. Смотрите, какой крупный дренаж. Максимально крупный. Ставим кончики сухие. Последний штрих будем обрабатывать вот таким блеском от фирмы Forte, чтобы пыль не садилась очень долгое время. И листья будут блестеть. Он еще содержит макро- и микроэлементы, как удобрение для листвы, и долго не садится сюда пыль. Листья вот так вот блестят очень долгое время. Замик побрызгал. Вот что у нас получилось. Все пересадили. Вот здесь не хватило дренажа. Еще в понедельник приедем, добавим. И заодно и посмотрим все растения. Попросим приблизительно месяц эти цветы не поливать. За собой даже полы помыли. Вот такая вот красота. Подписывайтесь на наш канал. Дальше еще интереснее.